Согласны с тем, что этот матч можно назвать игрой упущенных возможностей? Конечно, согласен. Мы очень хотели победить, расстроены, что не выиграли. Но мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть. Даже, можно сказать, мы никогда столько не создавали моментов и с таким преимуществом. Это у нас такая первая игра. Но ребята очень хотели победить, глаза горели. Но, к сожалению, не получилось. А Неплюев играет и правого защитника, и бывает правого полузащитника. На ваш взгляд, где он проявляет себя лучше? Ну, Дима раньше вообще играл полузащитника. Это мы по необходимости его перевели в оборону. Поэтому ему комфортно и там играть. Согласны ли с тем, что когда в команду возвращается Шипилов, чуть лучше завязывается комбинационная игра? Бесспорно, конечно. И Денис своим движением, своим отношением к делу то же самое заводит ребят.